Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то все, о чем ты мечтаешь, сбудется! Так, кто это тут звонит, не понял? А ну-ка! Алло? Алло, здравствуйте, это полиция! Здравствуйте, женщина, представьтесь, вы попали в федеральный округ полицейского штата, говорит главнокомандующий полицейской армии Дмитрий Овер. Что у вас случилось? Меня зовут Джессика, у меня есть проблемы, я бы хотела бы вам пожаловаться на психов. Джессика, на каких психов? Скажите свое точное местоположение и опишите суть проблемы. Штат Массачусетс, я тут живу на даче недалеко от заброшенного города. Штат Массачусетс? Массачусетс? Да. Да, все правильно. Я там живу на даче, и очень частенько у нас в заброшенном городе неподалеку собираются бешеные сектанты, культисты, проводят всякие непонятные свои грязные дела в этом городе, орут постоянно, мешают, вот боюсь за себя и своих близких. Ага, я правильно понимаю, в заброшенном городе, неподалеку от вашего дома, странные люди делают странные дела, и вам очень страшно по этому поводу. Да, я бы вот хотела пожаловаться, чтобы вы, полицейские, что-нибудь сделали, а то не могут меня когда-нибудь убить. Хорошо, Джессика, я возьму своего лучшего напарника и лично займусь этим делом. Оставайтесь на связи, и если что, звоните мне на мобильный телефон. Номер я вам отправлю по факсу. Хорошо, обязательно, но будьте осторожнее, скорее всего, очень опасно, этот город очень большой. Хорошо, Джессика, спасибо за информацию, совсем скоро устраним все проблемы, до свидания. Всего доброго. Ё-моё, вот это да, блин, какие-то странные люди в заброшенном городе наводят какую-то суету. Где Андрюха, кто-нибудь видел? Капитана Флорио? Лариса, отлично сегодня выглядишь, подруга моя боевая, как твои дела? О, шеф, здравствуйте. Здравия желаю, хоть встань, когда со старшим разговариваешь. Ой, извините, сейчас встану, погодите. Как обычно, блин, с потолка до неба. Что, все по девчонкам нашим в отделении общаешься? Она замужем, шеф. Замужем? А че ты тут подкатываешь колбасу? Она моя боевая подруга, я не подкатываю, у нас с ней дружба, да, Лариса? Короче, Андрюха, срочное дело. Позвонила женщина, представилась Джессикой, сказала, что в заброшенном городе, неподалеку от ее дома, какие-то странные люди делают какие-то странные дела, и очень страшно. Она попросила, чтобы мы помогли ей. Так что, это наше с тобой сегодняшнее дело, пора бы размяться, а то сидим в офисе и никуда не выходим. Хорошо, шеф, время подраскидаться, я готов. Ага, давай-ка на машину, Андрюха, за руль сядешь, а я буду спать, потому что ехать нам далеко. Так, шеф, а чё, вы без оружия, что ли, собрались? Как это, у меня всегда с собой. Ага, давайте за мной, шеф, сейчас будем вооружаться по полной, мало ли что там будет за сопротивление оказываться, ага. Ого, ты хочешь вооружиться? Ну давай, Андрюха, на всякий случай, я давно, если честно, уже не стрелял, надо бы подразмяться. Самое время. Ага, это точно. Я, пожалуй, вообще, Андрюха, все пушки возьму, какие есть, блин, чтобы быть самым вооруженным полицейским в этом штате. Ну да, но теперь можем ехать. Ну все, Андрюха, наша дорога лежит в штат Массачусетс. Ага, все, понял, GPS-меточку поставил, можем выезжать. Ну давай, Андрюха, за руль и поехали. Ну все, можете давать храпака, шеф. Давай газку. Берю. Вождь, не отвлекаю вас. Не отвлекаешь, Василий. Представляете, мы поймали маленького сиреноголового. Что будем делать? Отлично. Толстяк готов? Да, вождь. Ну что, друзья, мы можем приступать к нашему ритуалу. Попробуем сделать жирного сиреноголового. За работу, братья! Собирать всех, вождь! Собирай всех! Мы приступаем! Это воистину великий день, вождь! Все сюда! Все готовимся к ритуалу! Давай, Василий!
Запускай! Скажите речь, вождь! В этот день, в день затмения мира, наш отряд создает толстого сиреноголового. Пожалуйста, люди, внимайте мне! Эшкере! Эшиндаремахандаре! Анхиримонахандара! Кусемпуреминандо си! Вождь, сработало! Жди! Вот оно! Получилось! Вождь, мы сделали этого монстра! Мы его сделали! Ура, товарищи! Толстый сиреноголовый! Он в нашей власти! С помощью этого монстра мы захватим вселенную, весь мир, всю планету и все города! Слушайся нас, жердяй, и повинуйся! А! Не понял! Василий, это что такое? Как Бегите! Такое может быть? Клубцы, не стойте! Он вас сожрет! Не понял, что это там такое? Босс, просыпайтесь! Чё там, Андрюха, а? Что такое? Мне кажется, или там на дороге какая-то фигня стоит? Это что за животное такое? Ой, Андрюха, не знаю, погоди. Что за фигня? Вы видели, нет? Да, погоди, я проснулся или я еще сплю? Стой, дай выйду из машины, блин. Так, слушайте, тут что-то странное происходит, какие-то животные огромные ходят, таких ни разу не видел, даже на картинках. Так, Андрюха, звонила Джессика, говорила про людей, каких-то психов. Чё там за животное-то было? Может, медведь какой? Ну, может быть, и медведь, надо быть начеку, мало ли что тут произойдет, а? Так, ладно, город заброшен, Андрюха, давай осмотримся на наличие этих сектантов. Может быть, это они какое-то пугало поставили? Или в костюме бегают, как дураки, надурились там, нарядились и бегают? Ну, может быть, дурачки же, правильно, шеф? Ага, это точно. Так, Андрюх, ты давай-ка первый иди, я тебя прикрывать буду. А чё это такое, струхнули, да? Да не, Андрюх, ещё не проснулся просто до конца. Ё-мо, а город-то действительно заброшен. Интересно, насколько давно его забросили? Не знаю, смотри, следы какие-то, братанчик. Это не от этого ли монстра, блин, зверька? Ну-ка. Нифига себе, непонятно. Чем пахнет? Ну, на вкус знаете что? Что? Как говно, шеф. Андрюха, а может... Блин, чё я попробовал вообще? Это может оно и было, блин, братуха. Не дай бог, ё-мо, давайте пойдем по этим следам, там же они продолжаются, правильно понимаю? Да, смотри, Андрюха, следы ведут прям вглубь города, давай за мной, не отставай! Фу, ну и гадость, блин! Ага, и воняет так! Воняет Андрюха! Чью-то. Смотри-ка, а вот, похоже, эти сектанты! А что с ними произошло? Их кто-то разорвал! Их всех зверски убили! Капец, а что тут произошло? Надо срочно поддержку вызывать! Непонятно, Андрюха! Да, наверное, надо связаться со штабом! Смотри, штаб? С этим вообще ужасы! Пчела это пчеловод, как слышно, ответьте! Давай, Андрюха, вызывай подкрепление, блин! Штаб, там нужна ваша помощь, почему вы молчите? Ну? Пчела это пчеловод! Шеф, связи нет почему-то, что произошло, блин? Не знаю, Андрюха, это какое-то жуткое место, надо отсюда сваливать уже, давай к тачке и поедем быстро на базу! Так, ну то... Чё? Шеф! Что там? Блин, капец, этот медведь какой-то или кабан бегает там! Да, Андрюха! Я подбежал, никого не было, тебе мерещится! Слышишь, блин, никого там нету! Да вот, только что улицу перебегал, я ж говорю вам, не могло показаться! Не-не, Андрюха, мне кажется, тебе показалось, ты этого говна наелся, нанюхался, а теперь мерещится! Да, шеф, я серьезно, давай посмотрим туда сходим, а? Ну ладно, давай посмотрим, Андрюха, проверить все-таки стоит, ты про того самого зверька, которого мы видели в самом начале? Да, на дороге он там пробегал, я видел! Фу ты, ё-моё, Андрюха, ну давай посмотрим, блин, как-то все это странно на самом деле выглядит. Шеф, а! Может, он всех и порешал, этот зверёк-то? А может быть, Андрюха... Он такой большой кабан был, вот! Вот, смотри, на кого я говорил! Опять, следы. Андрюха, эти следы! Может, это реально следы от этого зверька, а? Может, как-то за машину спрятался он или чё, блин? Может, внутри? Андрюха, наверх посмотри!
Ё-моё, капец, это чё такое? Чё это за фигня, Андрюха, стреляй по нему, блин! Ай, оно стреляет сиреной, что ли, или это чё такое? Это какая-то толстая сирена, жирная! Что это за фигня, Андрюха? Открывай огонь, блин, сейчас подствольника его! Это не зверёк, это мутант какой-то, Шер, что будем делать, какие действия? Я не знаю, Андрюха, пока что будем стрелять, это не зверёк, это самый настоящий монстр, блин! Его не берёт даже подствольник, Андрюха! Капец, да как мы с ним справимся-то вдвоем? Фиг знает, братан, фиг знает, ищи место для укрытия, я прикрываю, Андрюха, ищи место! За мной, шеф! Давай! Какое здание укрыто за брошечку! Офигеть, Андрюха, он жесткий! Давай, зашел! Блин! Фух! Слава богу! Что делать будем, Андрюха? Ты как себя чувствуешь? Слышу, блинкаешь, нога болит, что ли? Да еще и нога болит, и что-то в ушах звенит, капец, оно орет громко. Ага, это после его звуков, наверное, уши заложило. Так, Андрюха, надо предпринимать какие-то меры, я даже так, не знаю, сейчас. Что делать. Чего? Попробуй связаться еще раз со штабом. Попробуй отсюда, тут пчела. Может повыше будет связь. Так, хорошо. Пчела, это пчеловод, как слышно, ответьте, нам нужна помощь, это какое-то необъяснимое существо за нами охотится. Не отвечает, шеф, походу надо к машине идти срочно. Да, Андрюха, я вон вижу нашу тачку отсюда, но прыгать высоко не получится через окно, наверное, как-то по-тихому надо к тачке пробираться. Так что, Андрюха, по-тихому давай за мной, блин. Надо выбираться отсюда. Знаешь что, сейчас самое главное не привлекать внимание, чтобы этот монстр, он как бы нас, это, если потерял из виду, чтобы не нашел. Так, ну-ка, давай посмотрим. Так, давай-ка посмотрим. Аккуратно. Слушай, его там нет. Так, давай, Андрюха, я за тобой, пробираемся по-тихому к тачке. Давай. Домами, чтобы он не заметил. По-тихому, Андрюха. Слышал? Да, слышал. Андрюха, это что было, слышишь? Это со стороны нашей тачки, что ли? Андрюха, походу, блин, что за фигня? Ну-ка, давай скорее. Тачка горит, Андрюха! Он блин, взорвал блин, ее! Блин, толстяк бешеный! Ё-моё, блин, взорвал нашу машину! Стреляй по нему, Андрюха, так, нет пути назад! Так, сейчас попробую поддержку вызвать! Ай, блин! Ай, кинул меня своим пузом, откинул! Давай, Андрюха, блин, стреляй по нему, может так убьем его пчела! Сами! Пчела, это пчеловод, там нужна помощь! Ай, Андрюха, отставить! Придется открывать огонь! Брось подкрепление, пофигу, будем своими силами! С дробовика попробую! У него-то пузо не пробивается вообще никак! И вот... Андрюха, ты чё, умер? Блин, Андрюху залепило, у него бронежир у этого монстра, тачка горит, никак не выбраться, Андрюху откинуло супер далеко. Походу, Андрюха с концами, даже не вижу его трупа. Андрюха улетел куда-то, бедный, блин. Эй, ты, монстр, сейчас получишь от меня, вот гадость. Ой, как он сильно бьет, последние силы. Получай, животное, получай, толстяк. Тут я... Ё-моё! Вот это меня залепило, это жердяйское чудовище! Капец, где я? Фу, блин, опять все этой жиже дурацкой какой-то! Так, пушек моих... Блин, и пушек нет! А где нам... Где мой напарник? Где Андрюха? Так, это что такое? Ага, это АК-47! Большой калибр! Хорошо, и патроны здесь прям для него сразу! Так, вот это хорошо, это повезло, это фартануло. Так, надо выбираться. Блин, а дверь закрыта. Как мне выбраться отсюда? Что ж мне сделать? О! Шеф! Андрюха! Ты жив? Я жив, ты как сам? Фух, потихоньку нормально. Так, сейчас я тебя открою, короче, подожди. Ага, вытаскивай меня отсюда, ломай дверь, блин. Тут это, кстати, оружие есть, давай открывай. Ща, капец, не поддается. Ну! Опачки, все готово. Так, не шуми, короче, там этот жербер ходит. Там этот жердя, этот монстр. Вон, бери, Андрюха, калашик себе. Блин, у меня все пушки переварились, походу, пока я в нем находился. Он меня сожрал. Ага, у меня, походу, тоже придется рапорт писать о утрате табельного оружия. Ну, это сейчас наименьшая проблема. Надо отсюда, короче, выбираться надо. Так, Андрюха, говоришь, он где-то тут ходит. Блин. Да, только осторожней. А вот он, давай его на вагонетке собьем, Андрюха. Запускай ее. Попробуй завести, ну-ка, ща. Сейчас, давай попробуй. Слушай, не получается, чего-то не хватает, не понимаю по панели. А там датчик бензина нет, говорит, ё-моё! А что будем делать? А, он нас спалил! Ой, Андрюха, он нас спалил, бежит! Давай текаем, слышишь? Давай, уходим! Капец, гоним! Давай сюда куда-нибудь, давай сюда, заходи! Закрывай! Он откидывает аж! Так, аккуратно, Андрюха, слушай! Ух, это толчки, ничего себе, тут прикольно! Это туалеты, надо посмотреть, короче, как отсюда выбраться... Потому что мы в тупике. Так, погоди, я сейчас дверь открою, стой. Давай только осторожней. Так, аккуратно. Блин, он здесь! Закрывай! Так, Андрюха, надо его
как-нибудь отвлечь, наверное, слышишь? Слушай, мы в ловушке, что делать? Я не хочу здесь умирать. О, тут граната! Может, я попробую кинуть, Андрюха? Попробуй, попробуй. Так, я сейчас стекло кину, Андрюха, может, он отвлечется? А ну! Давай только осторожней, мало ли чё. О, опа! Закинул! Взорвалась, слушай, может, он отвлечется на гранату? О, смотри, тупой жердяй! А, пришел, пришел, гуляет там Андрюха! Давай, пока он отвлекся, мы можем выбежать, слышишь? Давай, по-тихому только, и не дыши! Не дышу, Андрюха, тут еще и воняет говном! Ой-ой-ой, смотри, он там что-то орет, пытается что-то сделать! Так, Андрюха, давай сюда! Давай сюда перебежим, перебежим! Тут вон, на второй этаж! Давай, правильно, Андрюха, красава! Открыто! Проходи, шеф! Так, смотри, это пункт управления, блин! Что это за место вообще? Тут какие-то и пушки! Кто тут был вообще? Что это за база, Андрюха? Секретная военная, что ли? Может быть, братан, может быть. Куда он нас вообще отвез, блин? Так, бери СМГ. Тут так, есть ну-ка. Пистолеты, пулеметы. Так, Андрюха, ищи вообще, тут надо посмотреть. Может, еще какие пушки посерьезнее будут, слышишь? Давай посмотрим. Так, шкафчики пустые. Здесь все пусто. Так, куда идти, Андрюха? Так, давай сюда. Сюда входим. Вот, давай сюда заходи. Так, тут пусто. Тут а ну. Пусто, так, давай посмотрим, где он. А я не знаю, Андрюха, погоди, ты где? Че там? Я здесь. Так, я его не вижу, Андрюха. Ты видишь его? Нет, я его не вижу, может, ушел куда-то, а? Потерялся, блин, непонятно. Так, веди, короче, Андрюха. Что тут у нас? Опачки, ну-ка, смотри, тут целый ящик с РПГ. Вот это калибр, то, что надо, мне кажется. Нифига себе, Андрюха, так может, мы с помощью этих РПГ сможем его взорвать, и он лопнет? Не, погоди, давай лучше найдем бензин и попробуем все же уехать отсюда. Мало ли чё он же жесткий, он толстый. Это точно. Кстати, Андрюха. А? Насчет бензина. Посмотри прямо, там канистра, это случайно не с бензином? Ну слушай, красные канистры, наверное, с бензином, как ты думаешь? Скорее всего! Сейчас, шеф, только я РПГ возьму и пойдем туда канистром. Давай быстрее, уже трясется, он на подходе, Андрюха! Ну-ка давай, огонь тогда! Ё-моё, давай, Андрюха, быстрее к канистрам надо добежать! Иди канистру бери, я прикрывать буду, брат! Давай, прикрывай за канистрами! Прикрываю как могу, блин, капец, он жирный! Давай быстрее куда-то, сирена головы тут. Слушай, пустая! Ищи какой-нибудь, хоть немножко бензина, что было! Убери отсюда, то сейчас вонёт, тут всё сейчас, на воду взлетим. Сейчас, я увожу его, Андрюха, увел немножко, увел. Шеф, нашел канистру с бензином, прикрывайте меня, ты где? Давай, прикрываю, он там суетится, что-то вдалеке. Убери быстрее! Этого жертяя от меня, он воняет! Андрюха убрал, блин, беги к вагонетке! Давай, капец, давай. Ну он и тупой. Так, Андрюха, ты сейчас заливаешь, братан, я сейчас буду включать. Давай, слышишь, заливай. Давай, сейчас заливаю, капец, тут совсем мало бензина, может не хватить. Так, Андрюха, заливай, давай, он рычит. Заливайте, вот, давай. Заливай. Погоди, Андрюха. Блин, он близко подходит. Так, можно включать уже, брат? Давай, пробуй. Сейчас, не могу, кнопку найти. Ой-ой-ой. Включаю. Сейчас, Андрюха, блин. О, поехала. Запустилась. Поехала. Давай, шеф, уезжаем от этого монстра. Достаю РПГ, братан, стреляю. Ого, ой, там еще бочки какие-то, ну-ка. Нифига себе, блин, стреляй по бочкам и по всему, Андрюха. Нифига, он жесткий. Ну, здоровяк, блин, догоняет. Ой, жердяй, орет. Держись, Андрюха, на вагонетке, блин, аккуратно. Блин, слушай, РПГ, походу, не помогает. Поворачиваем. Так, поворачиваем, Андрюха, повернули, хорошо. Отлично. Ай-яй, пузо бьет, пузом. Капец, он жесткий, Андрюха, капец, он слушай, вообще. Слушай, Димон, он очень быстрый. Я не знаю, брат, во, отстает, слушай, отстает, нормально. Отстаёт. Так, мы должны уехать, наверное. Да, мы уедем сейчас, все нормально, он отстал, поворачиваем. Блин, а что не происходит? Сейчас смотри. Повернется. Что, повернулась? Ай-яй. Нормально. Фух, он отстал, Андрюха. Орёт. Так, шеф. Фух, сейчас уедем, брат, все, уезжаем от него, слава богу, блин. Фух, повезло нам, дай попробую со штабом связаться, что ли, может получится хотя бы под землей походу какой-то. Попробуй, сейчас поворачиваем, будем, готовься прыгать. Так, ну-ка, опачки, о, как система работает. Изи, а? Поворот, Андрюха, сейчас уедем, слышишь, интересно, куда ведет эта вагонетка, братан? Не знаю, пчела, ответь, это пчеловоды. Че там, нормально все? Слушай, да не работает связь, что за фигня, что за провайдер такой связи, я не понял. Непонятно, Андрюха, надо будет рацию починить потом, на супер тариф перейти, чтобы все работало. На корпоративный. Это точно, блин, ну все, слава богу, мы оторвались, где выход там, Андрюха, уже, а? Я не знаю, слушай, а мне кажется, нам и бензина не хватит туда выехать, что думаешь? Да думаю, хватит, Андрюха, будем надеяться, будем молиться, чтобы хватило, блин, бензина. Слушай, чувствуешь, воняет чем-то. Ага, Андрюха! Шеф! Он уже перед нами, братан! А как такого возможно? А сейчас его задавим, братуха, сейчас его задавим! Ну-ка давай этого жербера! Давай, дави его! Дави!
Стреляй по нему, Андрюха! Ему пофигу! Блин, ему вообще без разницы! Ладно! Магнитка его не уничтожает! Хорошо, тогда мы его убьем, Андрюха! Ес! Он взорвался, блин, буквально! Все, Андрюха, с помощью калаша, РПГ и вагонетки мы его уничтожили, а вагонетка-то по кругу ходила! Слушай, реально, погоди, а вот мы отсюда уезжали. Да, Андрюха, так надо мы выход искать. Делали. Тьфу ты, ё-моё, я думала на выход, блин. Да я тоже так думал. Слушай, хорошо, что мы выжили, убили этого жербера, блин. Фу, вот это была жирная сиреноголовая монстрятина. Ага, так, а где тут выход? Давай искать тогда. Так, Андрюха, надо на запах. Где запах чище, там и выход. Погнали. А тут везде воняет, блин. Фух, справились, блин. А воняет это от меня. А, да? Я испугался. Но я никому не расскажу. О, смотри, тут что-то похоже на выход. А, во, погнали. Ну что ж, ребятки, на этом наш увлекательный видосик заканчивается. Мы с Андрюхой надеемся, что вам все понравилось. Обязательно подписывайтесь на все наши каналы. Ссылочку на канал Андрей ищите в описании. Смотрите его видосики и стримы. Пишите, что нам еще позаписывать в Гаррис Моде, а также в других играх. Ну а мы желаем вам всем всего-всего самого наилучшего. Всем огромное спасибо за просмотр. Удачи, не болейте, успехов и пока-пока! Всем баю-бай, дорогие друзья!